Всем привет, с вами как всегда Марс. Это мое 30-е видео, которое я выкладываю. И я решил начать новую рубрику «Обзоры». Это будет 30-минутный обзор на игру Darkness 2. Для начала полазим в достройках, сложность. А там киллера. Киллер отлично. Субтитры включить. Интерфейс. Где нужен интерфейс? Так, личность беса. Абдул. Мне нравится Абдул. Поставлю Абдула. Так, назад. Правая кнопка мыши, вперед, левая. Еще помощь контроллера. Хера знает. Я без геймпада играю. Или может я что-то не понял. Посмотрим управление. Так, Рой, мультиплеер. То есть что тут можно по сети кровяшу устраивать? Кровавую мясорубку. Ладно. Новая игра. Обиди бы мне, попробую. Расскажи мне сказку. Лично. Так, яркость. Поставим вот так вот. На серединке. У тебя YouTube темнит. Ну, пусть будет так. Посмотрим, каково качество будет. Если что, светлю. Так, окей. Конечно. Что бы я, расскажи мне. А, этот псих. Вы должны слышать то, что он говорит. Ну, я сомневаюсь. Ладно. Так вот. Этот мужик рассказывает, что сначала была только тьма, и Господь сказал, да будет свет. Создал, понатыкал планеток, создал людей. И на этом тьма обломалась. Но она начала творить всякие вещинства с людьми. Вселялась в разных носителей, которые, естественно, не имели контроля над ней, а делали только то, что она хочет. Ну и появился гангстер Джеки Эстакано, у которого и так все было в жизни плохо, как его дядя передал ему наследство убийцы. И он стал гангстером. У него появились эти руки змеи, точнее просто змеи, которые начали все крушить, ломать всех полностью, он был неуязвим, и его все боялись. Естественно, никто ничего не мог противопоставить самому Джеки, ибо он был под покровительством самой тьмы. Его даже нельзя было убить, потому что он возвращался из ада. Но у него была одна единственная утеха в жизни. Это была его подружка Дженни. Единственное, что можно было сделать против Джеки, это убить его подружку. Но это был крайне неудачный выбор для гангстеров. И он всех тупо вырезал. Естественно, его жизнь прекратила иметь какой-то смысл. В какой-то смысле это было сыграно на руку тьмы, потому что, ну блин, чтобы он потерял над собой контроль. Где-то в себе он все эти годы хранил тьму, не давал ей выбраться наружу. Но все возвращается на круги своя. И без тьмы Джеки не такой мощный. Короче, это я от балды рассказал историю первого Даркнесса. Вот. Ну тут уже есть субтитры, это я не буду трогать. Комментировать.
Вот он, этот медальон с фотографией Джеди. Естественно, которую он любил, которая была смыслом его жизни. Так вот, Джеки стал доном мафии. Бака Гейнс представляет рисованную графику Darkness 2 от Ридли. О, какая цена. Так, ну, я босс, я босс, я босс, ты понял, ты говно. Так, а я босс. Хорошо. Все довольно-таки классно, органично. Хотя это скриптованная сцена, но... Даже вот записано. Сделано на движке. И этот движок уже начался. Ууу, как мило. Да, мне эта игра определенно нравится. Близняшки. Спасибо, спасибо. Так, чоба до пяти на столе ни хера нету. Привет. Какая нахер конфетка, я тебя не знаю. Конечно. Мастер пикапа, блядь. Ёпта! Я чуть кирпича не высрал. Ё-моё, чё творится-то? Добро пожаловать в Darkness 2. Да, мир длился недолго. Сколько? 7 минут, отлично. 7 минут мира было. Ты не считая того, что я настраивал игру. А, чёрт, блин. Ноги нету, жесть. Собака. Как тут сложно целиться. А, так перестать, тащи как-то ровнее. Не могу попасть. Так кто там? Там, блин, вот они. А, о, отлично. С одного выстрела. Так, надо резкость настроить, потому что это капец. Тупо попасть не могу. Надо на минимум. Да, вот где-то так. Окей, тут назад выстрел. Так, сохранение к игре. О, это уже лучше. Падай, падай. Отлично. Отличный СБДВС он такой у него. Отличное оружие. Так, ты скотина, вылазь. По одному патрону можно тратить на врагов. Так, ты откуда стреляешь, сволочь ты такая? Так, блин, вот это кошмар какой. Я тогда это с ума сошел. И тупо умер от болевого шока. Ой, сколько вас. А ну пошли вон, скоты. Ай, не вовремя. Ну блин, сколько я уже пуль получила, еще живой. Ах. Сволочи, хватит портить ресторан. Ты чё? Давай тащи. Ай, блин, ещё сейчас убьют из-за тебя, придурка. Перепушку. Дохни, тварь, дохни. Всё. Блин. Ну да, я ж живучий. По крайней мере. Так. О, давай вторую пушку, отлично. Так, решаем. Да, сохранили эту хрень, типа, как с угла смотришь, так он и держит эти пистолеты. Это с первого еще Darkness, и это приглянулось. Ёп, что творится? Кошмар. Газ? Офигенно. Сейчас еще сгорим тут.
Давай, давай выбивай двери. Давай. Твою мать, Молотов. Офигеть. Неужели на вас попаду? Или в рай? Почему белый экран? Так. А текстурка-то говно. Водомаз бы не одобрил. Я твое спасение? Охренеть, это тьма рвется наружу. Из глубины души, так сказать, Джеки. О, какое-то хромое чмо там, блин. Ага, издевайся. Давай, иди сюда, говори. Приди в сердце тьму. Ну, блин. Лада. Тьма это, конечно, плохо, но пофиг. Как-то ж надо выживать. Так. О, привет, Змейка. Привет, Змейка. Мы вернулись, охренеть. Так, начинается месиво. Так, ломаем позвоночник. Так, иди сюда, я тебе позвоночник тогда сломаю. Так, все. Да, видно, видите, позвоночник сломался, все, охренеть. Так. Мой ногу восстановила тьма. Спасибо. Все. Вот мои феечки. Винни, это ты? Спасибо. Ты как? Да, я видел эту хрень, блин, хромая. Хер этот моржовый. Да он организовал нападение. Я его убью. Я его убью полностью. Так. С тобой, надеюсь, все нормально будет? Да, ну ладно, побежи. Надеюсь, ты выживешь. Так. А чё хватать-то? Так, поставить задачу. Вот. Понятно, показывает, сколько шагов осталось. Так, это... О, копьё это. Лови. Охренеть. Так, еще один. Вот, еще одно копье. Все, блин, продумано. Охеренно. Второго прихерачил. Так. Но это разбить, наверное, можно. Простите за мой гасмарк. Как какое-то наказание. Да, вот это вогнали. Вогнал я эти трубы. Прям в здание. Охеренно. Так, уломайся давай. А, стой, я не в ту сторону. Да, сверху вниз. Так, вот. Все, я понял. Так. Ах ты, скотина, откуда ты взялся-то? Умри. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Круто. А сердце что, жрать нельзя? Так. Убийство не магическими руками. Охеренно. Так, а сердце жрать нельзя, да? Ну ладно. Наверное, тут это не нужно. Так, прыжок. Прыжок, это хорошо. Дженни! Стоять, стой, 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 блин. Это опять тьма с нами играется, наверное, так как в первом надпись. Ложь, конечно, ложь, блин. Джеки, она выведет тебя. Да уж, сложная жизнь у этого Джеки. Ну, блин, что тут делать? А, просто оборвать надо было. Ну, ладно. Так. Экзекьюшн. Ох ты шо, сломал напополам беднягу. Йо. Так. Шо, лови ящик. Сент. Потрошитель. А. Иди в зай. А чё тебя ударить-то не могу? Пошёл ты лесом, скотина. Ну. А что такое-то? Что с тобой делать? Что-то не врубился. Но теперь хватайте его, пока он не пришел к себе. Но я пытаюсь, сейчас снова. Так, возьмите ключ, чтобы схватить его. Каким выстрелом у меня оружие-то нету? Так.
Там у меня вылетела игра. Непонятно, почему отказался записывать правку. Ну, короче, хрень полнейшая. А там надо было просто подойти и взять пистолет. Мы выходим на улицу. Нас сбивает грузовик, по-моему. И вылазит там этот наш гоблин. Так. Мы выходим на улицу и тупо всех крошим. Так. Так, вот он, кстати, наш гоблин, наш помощник. Сдохни, тварь. Вот он, глупый красавчик. Так. Ты куда, парниша? Не спеши. Кстати, мы научились жрать сердца. Так. Свет, охренеть. Жрём сердце. Не выходим. Офигенно. Так, теперь нам сюда. Нам метро, походу. Так, ну да, станция забаррикадирована. Пошли. Так, свет. Так, тут никого. Да, вот он наш. Я буду называть тебя Фрэнки. Будешь ты Фрэнки. Так. Мы куда-то выбрали. Свет. Охренно. Так. А где этот светильник? А вот. Уничтожить. Уничтожай его полностью. Охренеть. Так. Так, ну тут я надеюсь, мы сможем пройти. А что, пистолеты есть. Так. Офигенно. Простите. Так, это куда? Так. Execution. Ой. Охеренно. Бери сердца. Ладно. Уболтал. Беру сердца. Так, черт, опять свет. Офигеть. Нормально. Так, буду ходить с одним стволом. Как-то он лучше. Обойму я запасных нету. Так, еще. Берем сердце. Продвигаемся. Ага, вот он наш. Фрэнки насилует. Всяких гопничков тут. Берем пистолет. Ну, как видите, проблем с патронами тут нету. Если тупо не просаживать в воздух, то сдох. Так. Так, готов. Дальше. Берем пистолет, берем сердце. Кто-то стреляет. О, малыш, блин, скотина, не двигайся. Так. Берем еще пистолет. Так, куда дальше? Так, берем свет. И паримся. И паримся по поводу света. Так, это сломать нельзя. Это сломать нельзя. Так, еще один противник ушел в минус. Вот она, это ветки развития, так сказать, персонажа. Вот мы изучили вот пожирание сердец. И это, если подбрасываю в воздух врага, то он несколько секунд там остается. Ну, типа на полсекунды, на секунду. Чтобы можно было сразу ему яйца оторвать, прям на лету. Так, сдохни, скотина. Дальше идем. Сердце, мне нужно твое сердце. Кстати, а почему сердце там плюс 5? Вот сейчас, например. Узишка. Узишка говно. Говно узишка. Не люблю узи. Дробовик. Дробовик это хорошо.
Да, не всегда. Так. Фу, неплохо. Неплохое оружие. Так, ну будем ходить с нашим Смитом и Вессоном. Так, вот он, тролль наш прибежал. Так, сдохни, скотина. Скотина, умри. Так, еще плюс 10. Так, выходи, тварь, выходи. Еще плюс 10. Так. Тролль меня там пугает наш. Этот засранец. Так, зараза, свет. Какой кошмар, да? Чё, не дотягиваешься, чушь? Ёпта. Классно. Вот чем я буду свет сбивать. Так, о чем я говорил? Пожирание сердец плюс 5. Это что, типа у каждого врага по 5 сердец? Охеренно. Наверное, живут они подольше. Так, что еще-то? Сюда нам походу. Тут непонятно как, непонятно почему, непонятно за что. Поезд протаранил. Ёпта. О, господи. Какой кошмар. Непонятно почему поезд протаранил стену. И непонятно почему и вообще. Блин, как же ж не повезло тебе. Трудягам, что спешили домой, точнее ехали домой. На метро никто не спешит. Так, какого хрена, как можно выжить, блин? Ладно, это игра. Хоть бы чуть-чуть реализма дали, добавили. Хотя какой нафиг реализм? Чувак, в которого попадают десятки, а то и сотни пуль, а он еще живой. У него две демонические руки, две змеюки, которые жрут сердца и тупо разрывают тупо на мясо всех людей. Ну, врагов в нашем случае. Какой нафиг реализм-то? Разве что баллистика и этот прекрасный Смит и Вессон. Так. Жрём сердца, жрём сердца. Офигенно. Так, узишка. Не, я хочу ходить с пистолетом. Мне пистолет не нравится. Самое что интересно, такие редкие пистолеты, а у каждого врага. Хоть бы уже просто патроны подбирал. Ну, как магазины. Змейки наши дуреют. О, Дженни. Ёп. Носитель будет жить. Офигенно. Так. Это чё, типа? Это вместо ада, чё? Или чё? Так, Джонни. Это тот псих, который рассказывал нам предыстории. Чё, бедняга, сошёл с ума, да? Ну, с кем не бывает. Да. Тони? Привет. Тони, что случилось? Ты нашел того, кто на нас напал? Короче, Тони походу тоже головой ударился. Или тупо сошел с ума. Вообще непонятно, что происходит в этой игре. А, и мы возвращаемся к более-менее реальности. Мы отрываем всем все, что можно. Так. Так, ну привет. Толстый Тони.
там он был просто Тони. Ладно. Походу тут он толстый. Ай, блин, тупая шутка. Ну ладно. Тони говорит, что хер знает, кто на них напал, что видели только какого-то хромого человека. Ну и ладно. То есть Джеки все время держал тьму под контролем и не хотел ее выпускать, но так уж случилось. Так. Джеки говорит, его костюм испортили. Охренеть. Да, как я говорил, Джеки теперь что-то вроде крестного отца для мафии. Так, ну эти ребята обсуждают, кто то, что так задулась сила, эти змеи хреновы. Джонс. Так, то есть они говорят, что всех мы их порешим, только дай команду. Так. О, Дженни. Даже свечка рисована. Офигенно. Мой мотоцикл, наверное, передали. Ну, Джеки вообще, походу, крыша поехала, потому что... Сколько лет-то уже прошло? Тетушка Сара. Да, она нам говорит, что мы сходим с ума вообще, что она умерла. А он ее убеждает, что все нормально, все хорошо. Так, ну, херня. Переливать из пустого в порожнее. Да, вот, капитан, тетушка очевидность. Так, тетя Сара, идите лесом. Нет, я не хочу с тобой говорить. Не хочу. Все, вали. Так, что там? Что, вот кроватка. Прикольно. Ну, офигенные апартаменты у Джеки. Как бы не так, да? Вот он, Джеки. А. Кран даже можно открыть. Офигенно. Так, джакузи, вино. Офигенно. Так. Вода набирается. Круто. Даже такое продумали. Хе, классно. А бачок можно спивать? Нет, походу. Жалко. А в дюке-дюке не можно было. Ну там еще можно было ссать, но это такое. Так, решить, что делать дальше. Ну блин. Да чё, я уже все решил. Тупо убивать их нахер. Всех выродков. А вот он, ты, Винди. Я вижу, ты живой, с тобой все хорошо. Так,
Говорит, ты должен найти того идиота, который помогал нам успокоить тьму в первый раз. И Джонни Пауэлл, да, его зовут. И найти тех козлов, которые напали на нас. Эти идиоты в строительных в респираторах и в строительных костюмах. Так, Винни, найди мне их. Неплохой такой домик у Джеки, да? Так, виноград. Джейми виноград. Хе-хе. Так, вот этот типуля рассказывает там про тех выродков, короче, что нас напали. Они там держат какое-то казино или бордель. Короче, считай, они нам объявили войну, говорит. Ладно, виноград. Классная крикуха. Наверное, из-за костюмчика. Такой фиолетовый костюмчик. Короче, мы их... Не знаю, выбьем из них всю дурь. Засунем в жопу змею и вырвем все внутренности. Я знаю, тут такое можно делать. Так, теперь надо поговорить с Винни, пойти с ребятами. Ох, что-то я увлекся. Отличная игра. Так, я думаю... Думаю, на этом стоит закончить. Игра мне понравилась, все было отлично. Все было очень хорошо. Графика рисованная, но геймплей просто захватывает. Убивает и привязывает к себе. Так, вот еще раз посмотрим управление. Ладно. Всем все-таки спасибо за просмотр. Это мой первый обзор на игру. Да еще и такую классную. The Darkness 2. Ладно. Всем спасибо, до новых обзоров, до новых видео. Всем пока.